В «Газпромнефть» Набережнефтегазе началась работа по созданию нового коллективного договора. За основу взят колл-договор, который был разработан в компании «Газпромнефть». Уже создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители профсоюзных комитетов и аппарата управления предприятия. В проекте нового колл-договора предусмотрено сохранение всех социально-трудовых льгот и гарантий, действующих сегодня, заявил председатель территориальной профсоюзной организации «Газпромнефть» Ноябрьск Николай Варакин. Разработан и утвержден совместный график поездок специалистов аппарата управления и представителей правкома, где будут обсуждаться итоги выполнения действующего коллективного договора, будут приняты и рассмотрены в дальнейшем предложения и замечания по проекту коллективного договора, который разрабатывается, и уже он будет готов к 18 числу. И данный документ, он будет распространен во все цеха и подразделения, и работники будут с ним ознакомлены. И в процессе работы на конференциях трудового коллектива мы обсудим проекты, подпишем акт выполнения коллективного договора, дадим оценку действующему коллективному договору, также систематизируем те замечания и предложения, которые предложены от коллектива в проект коллективного договора.